Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз», передача «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях клирик Никола Богоявленского Морского собора города Санкт-Петербурга, протодиакон Константин Маркович. Отец Константин, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие телезрители, дорогие братья и сестры, которые проводят свои вечера, лицезрея нашу замечательную программу. Так получилось, что летом мы не имели возможности встретиться, и я вновь рад быть в этой студии. Надеюсь, что опять наши регулярные встречи будут продолжаться. Мне, в свою очередь, отец Константин, тоже очень радостно, что вы сегодня здесь, и что мы можем продолжить наши беседы о богослужении Православной Церкви. Дорогие друзья, сегодня мы с отцом Константином поговорим о том, как понимать православное богослужение. Вы можете звонить к нам в студию в Санкт-Петербурге по телефону 812-677-6244 и задавать ваши вопросы в рамках нашей сегодняшней темы. Отец Константин, ну, не секрет, что многие из нас слышали это чтение о послах князя Владимира, которые были невероятно вдохновлены и воодушевлены византийским богослужением, и они сказали так, что не знаем, князь, где мы были, на небе или на земле. И вот спустя такое количество времени сегодня человек, который часто впервые попадает в храм, да еще если это собор, да еще если это дунадесятый праздник, например, или Рождество, вот, пасхальное богослужение, он испытывает подобное ощущение, то есть вот такого удивительное состояние от церемониала богослужебного. Но возникает вопрос, а как это все понимать? Каким образом получилось так, что сегодня вот у нас такое красивое и пышное богослужение? И хотелось бы начать разговор с того, что понять, чем для православного христианина вообще является богослужение и какую роль оно занимать должно в его жизни. Прежде всего я скажу, что вы совершенно правы, что византийское богослужение, византийский обряд до сих пор сохраняет свою красоту, пышность благодаря обилию, во-первых, символических священнодействий и внешних церемоний, которые имеют символическое значение. Кроме того, благодаря богато развитой гимнографии, церковной музыке, в символе веры мы читаем, верую во единую святую соборную и апостольскую церковь. Слово «соборное», славянское слово «соборное» является несколько не совсем точным переводом греческого слова «кафолическое», «вселенское». Слово «вселенское» говорит о том, что церковь единая для всех народов, для всех наций, для всех культур. И от вот этого множества различий тех культурных, этнических, в какой-то степени психологических особенностей разных народов, которые принимали христианство и привносили какие-то свои традиции, какие-то свои особенности, да, в вообще в христианское предание. Да. Тем не менее, вот церковь сохраняет свое единство, является единой для всех. Да. Иными словами, слово «кафоличность» можно определить как единство во многообразии или единство через многообразие. Слово «кафоличность» в каком-то смысле является по смыслу противоположным слову униформизм, да, то есть некое единообразие, стремление привести все к некому единому шаблону. В церкви никогда такого не было, и в том числе это касается и богослужения, потому что исторически, еще до тех печальных времен, когда христианство разделилось, в церкви присутствовали различные традиции богослужения. Это была и латинская богослужебная традиция, или коптская, армянская, западносирийская, или ассирийцы, да, или восточносирийцы, или халдеи имели свои богослужебные традиции. Но по мере церковной истории происходили
печальные события разделения, трагические события. И уже так исторически получилось, что в недрах православной церкви осталась только византийская традиция богослужения. Та, которая возникла в среде грекоязычных людей, грекоязычного народа, хотя по национальности это могли быть разные люди, но когда-то греческий язык был таким единым общим языком для очень большой части населения Римской империи. Но кроме языка, эллинизм – это и культура, это философия, это искусство, это определенная эстетика. И вот эти все социокультурные аспекты, они в немалой степени способствовали формированию вот именно такой богослужебной традиции с вот такими пышным внешним церемониалом, с обилием символических действий, которые в свою очередь требуют толкования, обязательно требуют толкования. Да. И вот так получилось исторически, что в силу, наверное, это скорее плохо, это нехорошо. Но вот так получилось. Потому что разделение это плохо, да, разделение церковное это плохо. Но вот если с точки зрения догматики, с точки зрения веры мы остаемся кафолической церкви, то с точки зрения богослужения, да, на сегодняшний день православие это одна литургическая традиция. Хотя вот эта литургическая традиция, опять же, по мере своего исторического развития, она тоже приобретает свои определенные особенности и у русских, и у сербов, и у болгар. Вот сейчас, в 20 веке, в 20-21 веке, очень сильна миссия среди коренного населения Африки. Александрийский патриархат, когда-то, может быть, 30-40 лет тому назад, Александрийский патриархат представлял из себя небольшие греческие общины, то сейчас все больше и больше там становится, ну, прежде всего, верующих, ну, а раз становится больше верующих, становится больше общин. И уже есть ряд специальных епархий, митрополий, которые объединяют в себя именно коренное население Африки, темнокожих людей, опять же. И вот очень интересно, когда их африканские традиции они привносят. То есть там и танцы, и бубны, и барабаны. И все это тоже привносится постепенно в литургическую культуру. Да, конечно, для нас, европейцев, вот если мы увидим где-то, допустим, в Ютубе записи вот богослужебных собраний вот этих общин, они, для нас это будет очень необычно. Вот. Но, тем не менее, вот для этих людей это естественно, это их культура, это их жизнь, и поэтому понятно, что они привносят это все и в свое богослужение. Поэтому... С другой стороны, византийская традиция, хотя она исторически вот единственная осталась, но она тоже становится достаточно многообразной. Но в любом случае, несмотря на такое развитие, на разные формы, центром и вершиной остается Евхаристия. Вообще Евхаристия является вершиной не только богослужебной жизни, и не только жизни... в духовной жизни каждого человека индивидуально. Евхаристия, таинство Евхаристии является основой всей жизни Церкви. Более того, евхаристическое собрание, Евхаристия – это и есть Церковь. Перед своими страданиями, когда Христос взял в свои руки хлеб и чашу с вином, благословил и сказал то, что примите, пейте, ешьте, это есть тело мое, это по-гречески «сома», да, и сказал, чашу это есть кровь моя, то через некоторое время в своих посланиях апостол Павел это же выражение, то же самое выражение тела Христова применяет к описанию Церкви и говорит о том, что своим, тем людям, которые читали его послание, то есть членам христианских общин, там, Коринфа или Ефеса, то, что вы есть тело Христово.
И глава, и церковь есть тело Христово, глава церкви есть Христос, а вы есть члены этого тела. И это не просто метафора некая. Эта метафора имеет глубокий смысл, укорененный непосредственно в жизни этих людей, потому что именно телом Христовым церковь становится через Евхаристию. Да, потому что мы, причащаясь тело крови Христова, мы соединяемся, телесно соединяемся со Христом и соединяемся друг с другом. Евхаристия есть таинство единства церкви. Наконец, Евхаристия является тем средством обожения, а обожение является целью жизни каждого христианина и каждого человека. С одной стороны, этой цели человек достигает через свой личный подвиг христианской жизни, через аскезу, через дела любви, через молитву, через служение ближним и так далее. Но этого недостаточно. Чтобы достичь обожения, достичь этой цели недостаточно. Нужно жить Евхаристией. И вот как говорит великий подвижник и богослов святой Максим Исповедник, вот он говорит такие слова: преподаяние таинства Евхаристии тех, кто причащается ему достойным образом, преобразует сообразно самому себя и делает по благодати сопричастию подобными первопричинному благу. Первопричинное благо, это имеется в виду Бог. Да? Те, кто причащается, те достигают обожения. И не случайно примером вот этой прекрасно иллюстрирующим вот эту мысль преподобного Максима Исповедника является пример Марии Египетской. Да? Мы из жития, которое написал святитель Сафроний, патриарх Иерусалимский, знаем о том, что ее жизнь до ее обращения привела к тому, что эта женщина не могла жить в человеческом обществе, потому что иначе она не могла справиться со своими греховными устремлениями. И для того, чтобы ей действительно переменить жизнь, ей нужно было удалиться из общества людей. И она живет всю свою жизнь, живет в пустыне одна. И она достигла действительно великого совершенства, да, она действительно достигла обожения, да, потому что тот же пример, да, когда она переходит Иордан по воде, это говорит о том, что она достигает подобия самим Христом. Да. Но она не может умереть, она не умирает до тех пор, пока она не причастится. Она в первый раз причастилась святых тел и крови Христовых в момент ее обращения, и второй раз она причащается непосредственно уже перед своей смертью. И понятно, что преподобный Зосима приходит в пустыню не ради того, чтобы лицезреть Марию или сделать ее подвиг известным людям. Сколько в той же иудейской пустыне было безымянных подвижников? Конечно, далеко и далеко не все они являются канонизованными, или не все имена мы их знаем. Зосима приходит в пустыню прежде всего для того, чтобы причастить Марию святых Христовых тайн. И тогда, приобщившись телу Христова, она уходит в Царствие Небесное. Поэтому вот этот пример как раз явным образом говорит о том, что какого бы совершенства мы бы не достигли в своей личной жизни, все равно без причастия мы достичь обожения, а следовательно спасения, мы не можем. Потому что невозможно спасение без Христа. И не случайно Христос говорит, что кто не будет есть тело мое, никто не будет пить кровь мою, тот не будет иметь жизни вечной. Ну, поэтому это является таким аргументом важным. Можно говорить тем людям, которые говорят: знаете, вот я верю в Бога, но не верю в церковь, да? Зачем тогда церковь возникает?
современный богослов, один из выдающихся, скажем так, православных богословов современности, митрополит Иоанн Пергамский из Зиулос, говорит о том, что вот чем отличается христианство от остальных других религий. Ведь и в других религиях можно найти праведность, можно найти святость, можно найти милосердие, можно найти примеры любви. В других религиях нет Евхаристии. Вот это то, что отличает христианство от всех остальных других религий. И в определенном смысле мы можем сказать то, что вот Евхаристия как образ жизни – это вот то, что делает христианство единственной спасительной религией среди всех остальных других религий. Святые отцы часто говорили, очень часто и много говорили о том, что Евхаристия и Церковь – это понятия не просто подобные или схожие, это абсолютно тождественные понятия. И тот же Максим Исповедник часто употребляет термин, и автор сочинений, допустим, которые были подписаны именем преподобного Дионисия Ряпагита, да, о церковной иерархии, и многие другие святые отцы называют Евхаристию таинством собрания, таинством церкви. Вот это единство, которое заповедал нам Господь, и о котором он просил своего небесного Отца, чтобы Господь сохранил его учеников накануне своих смертных страданий, «Отче, да будут едино, как и мы», оно достигается только в таинстве Евхаристии. И других средств сам Господь, такова была его воля, он других средств для этого не дает. Поэтому, если человек живет вне церкви, он пренебрегает волей Божией, и он живет все равно вне Бога. И вот есть замечательные слова, такая, уже они стали как крылатой поговоркой, да? «Кто не имеет церковь своей матерью, тот не имеет Бога своим отцом», так сказал Киприан Карфагенский. Но этой фразы есть продолжение. Кто собирается вне церкви, или кто не собирается в церкви, тот расточает церковь Божию. Вот здесь он говорит о том, что церковь, это есть евхаристическое собрание. Прежде всего, это есть подлинная сущность, глубинная сущность понятия церкви. А вот все остальное, там, социальная организация, да, или некая внешняя социальная оболочка, которую мы называем там, поместной православной церкви, или так далее, так далее, так далее, там, русская православная, болгарская православная, и так далее. Это все понятие внешнее, это внешняя оболочка. А вот духовная, полная духовная суть церкви – это евхаристическое единение каждого христианина вокруг чаши Христовой с самим Господом и Спасителем и через Него с триединым Богом и друг с другом, и соединение в одном теле, вот в одном едином вселенском теле, теле Христовом. И вот опять же я процитирую слова блаженного Августина, замечательные слова. «Возрадуемся ныне, — говорит он своим слушателям на проповеди, — и возблагодарим Бога за то, что мы стали не только христианами, но и самим Христом. Ибо если Он глава, мы Его члены, всецелый человек, Он и мы». Он как раз сказал это на одной из своих проповедей после того, как люди причастились святых Христовых тайн. А вот прежде чем совершится Евхаристия, прежде чем люди приступят к святым Христовым тайнам, совершается евхаристический канон, на котором священник призывает Дух Божий на дары. Но еще ранее следует некоторые другие литургические действия, это и прошения, и входы, и чтение Писания. Вот для чего понадобилось развитие такое большое и такое емкое развитие богослужения, и каждое ли действие сегодня имеет в себе вот некий символ, смысл, или есть чисто какие-то практические функциональные действия? Евхаристическое богослужение, причем не только в
византийском обряде или византийской богослужебной традиции. А вот во всех исторических литургических традициях христианства, о которых мы уже говорили, да, всегда состоит из двух больших частей. Это литургия слова, за которой читается Священное Писание, именно чтение Священного Писания является таким кульминационным моментом. И затем непосредственно евхаристической литургии. Там, где основным моментом и основной частью, опять же, кульминацией является освящение святых даров, да, посредством чтения молитвы евхаристической канона, или, как, или еще называется греческим словом анафора, в которой призывается освящающая сила Духа Святого. Я хочу подчеркнуть не только на дары, не только на хлеб и вино, но и на всю общину, которая участвует в этом священном действии. И на самом деле вот эти две части, они тоже взаимосвязаны, потому что хлебом жизни, которым мы называем святые дары, да, или вообще евхаристическое богослужение, и в частности святые дары, также является и Слово Божие. Да. Слово Божие – это тоже хлеб жизни. И поэтому всегда сначала как сам Господь через церковь, через священнослужителей предлагает сначала людям трапезу своего слова, предлагает свое слово. Апостольское чтение, евангельское чтение, иногда в некоторые церковные праздники или дни литургического года церковного календаря, особенно в Великом посту, сюда же присоединяется еще чтение из Ветхого Завета. Обязательно проповедь должна быть неотделимой частью литургии слова. Хотя в современной традиции проповедь она приносится на конец литургии, но тем не менее все равно она относится, и все равно проповедь обязательно должна быть на службе. Отец Константин, если возможно, мы здесь и делаем паузу. У нас есть звонок. Да. Давайте ответим на звоночек. Здравствуйте, мы вас слушаем. Вы в эфире, пожалуйста, говорите. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый вечер, мы вас не слышим. Прорвался. Ну, простите, отец Константин, за паузу. Вот, вернемся к литургии слова. Обязательно, ну, то есть, где присутствует чтение Слова Божия, обязательно проповедь. И я хочу подчеркнуть о том, что вот мы, православные, часто говорим, да, что нужно читать святых отцов, нужно изучать святоотеческое богословие, нужно читать Священное Писание и понимать его через призму святоотеческого толкования и так далее. Так вот, вся традиция, вот этот огромный пласт святоотеческой литературы, да, который мы называем экзегезой, толкованием Слова Божия, есть не что иное, как собрание тех проповедей, которые произносились во время литургии, и которые, в которых святые отцы толковали те чтения, которые вот непосредственно перед проповедью люди слышали. Да, то есть мы видим, что церковное богослужение, прежде всего богослужение Евхаристии, Божественной Литургии, она оказывает огромное влияние на всю сферу церковной жизни. Да? Вот. И после этого, после литургии слова, уже следует непосредственно евхаристическая часть. Обязательными элементами евхаристической литургии, опять же, подчеркиваю, это касается не только византийской традиции, так было во всех исторических литургических обрядах, которые когда-то в древности сформировались. Евхаристическая литургия обязательно предваряется чтением символа веры, потому что прежде чем совершать непосредственно общую молитву об освящении даров, люди должны засвидетельствовать свое единство в вере. Да? И после исповедания веры, еще один, кстати,
Очень, и вот именно очень важно, что именно в византийской традиции этот, мы сейчас этому обряду не придаем такого значения, он как-то проходит мимо нашего сознания, но это очень важный обряд. Так называемое приветствие мира. Да, целование. Диакон возглашает, да, возлюбим друг друга, да единомыслим исповемо. Да? В этот момент священнослужители в алтаре приветствуют друг друга лобзанием мира. К сожалению, у нас ушло как-то исторически из наших вот такой, из нашей богослужебной практики, что миряне в этот момент, они просто стоят, они не приветствуют друг друга. Но это очень важно, потому что это есть обряд, который показывает о том, что есть любовь. Да? Он как бы является внешним проявлением той любви, которая объединяет людей, да? И мира, который царствует среди них. Потому что сам Господь, опять же, в Нагорной проповеди говорит, да, что если ты имеешь дар и хочешь принести его Господу, ну, ты вспомнил о том, что твой брат нечто имеет на тебе, иди же примири сначала с твоим братом. Евхаристию можно приносить, только находясь в состоянии мира с церковью. И тем самым мы это показываем, читая общее исповедание веры. И друг с другом, тем самым приветствую друг друга вот этим проявлением братской любви, вот этим приветствием. Константин, у нас есть еще один звонок. Давайте попробуем ответить. Здравствуйте, Людмила, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. У меня вопрос к батюшке. Добрый вечер. Я хотела спросить. У меня похоронен брат. Год прошел. Он один из старшего поколения. Хоронили его молодые люди. И, скорее всего, они его могли не отпеть. Могу ли я его сейчас заочно? Он живет в Сибири, а я живу в Новгороде. Могу ли я его заочно отпеть? Он тоже такой. Спасибо за ваш вопрос. Хотя несколько не относится к теме нашей передачи, но тем не менее я понимаю то, что он живо волнует нашу слушательницу. Заочное отпевание в богослужебной практике Русской Православной Церкви именно существует для того, чтобы в тех случаях, когда по каким-то объективным причинам, обстоятельствам умерший человек не получил церковного погребения, чтобы восполнить вот это упущение, и для этого совершается заочное отпевание. И, опять же, кульминационным, самым главным моментом в богослужении христианского погребения является чтение разрешительной молитвы, которую священник читает и как бы от лица церкви подает разрешение от всех грехов, которые совершил человек. Ну, конечно, если он в них каялся. Да, если человек умер в нераскаянном грехе, ну, тогда мы уповаем только на милость и милосердие Божие. Да? Но бывает такая ситуация, что часто, когда человек в чем-то кается в своем сердце, да, но не имел возможности исповедовать грех на исповеди, именно для таких случаев существует вот эта разрешительная молитва священника, который читается во время христианского погребения. И на заочном отпевании тоже священник читает эту молитву, поэтому в чем-то христианское погребение сходное и подобно таинству исповеди, да? Потому что таинство исповеди – это таинство, в котором священник, облеченный властью вязать и решить, то есть прощать от лица Божия, прощать грехи человека. Господь вручил эту власть своим апостолам, и те передали своим преемникам, епископам, священникам. Да? И как бы от лица Бога священник провозглашает, от лица Бога, от лица церкви, священник провозглашает прощение человеку, его грехов. То же самое, только уже в отношении умершего человека, происходит на отпевании. И поэтому, конечно, необходимо, если вы не знаете, что был ли отпет человек или не был, то необходимо совершить в таких случаях заочное отпевание. Спасибо, отец Константин. Ну, вернемся к Евхаристии, к евхаристическому канону. Вот мы уже подошли, да, целование мира, символ веры. Опять же, и в византийской традиции, и как можно судить
по тем многочисленным памятникам, древним литургическим памятникам, записям, формулярам евхаристической молитвы, которые нам повествуют о литургической практике Древней Церкви, доносит ее до нас. Вот эта молитва, как у нас в Православной Церкви, достаточно условно, это такое техническое наименование, да, евхаристический канон. То есть это говорит о том, что эта молитва составлена по определенному правилу для употребления в Евхаристии. Да. Мне кажется, гораздо лучше употреблять слово «анафора». Греческое слово «анафора» – это возношение. Это понятие лучше передает суть предмета. Все анафоры – это такой вот общий как бы стандарт. Они начинаются с темы благодарения. И начинается с благодарственных слов. Именно поэтому, вот именно потому, что все анафоры обязательно начинаются с темы благодарения, благодарения Бога. Это, любая анафора, по сути, это благодарственная молитва. За творение мира, за творение человека, за дело спасения, которое совершил Господь. Вот все молитвы начинаются со словами, так или иначе, с благодарственных слов. И само слово «евхаристия» в переводе с греческого языка называется «благодарение». Вот именно поэтому она называется «благодарение», потому что каждая евхаристическая молитва, она начинается со слов «благодарение». И благодарение Богу является одной из существенных аспектов, одним из существенных аспектов Евхаристии. Потому что тайна Евхаристии, она очень многогранна. Ее нельзя писать в вот ее смысл, да, ее содержание, нельзя в какую-то одну дефиницию, одно определение уместить. Она многогранна. Да, это как такой вот драгоценный алмаз или драгоценный камень, которые искусственные ювелиры делают огранку, и когда ты лицезреешь с каждой его стороны, с каждой его грани, то тебе с каждым поворотом этого камня тебе открывается глубина его красоты. Так и здесь. Богословие Евхаристии имеет массу аспектов. И поэтому, вот, созерцая каждый из этих аспектов, ты понимаешь, насколько это тайна обладает фундаментальным значением и для жизни церкви, и для жизни каждого человека. Так вот, каждая евхаристия начинается с темы благодарения. Практически каждая евхаристическая молитва, за редким исключением очень древних молитв, которые дошли до нас, относятся ко времени еще до 4 века, это там 2-3 века, содержит ангельскую хвалу: «Свят, свят, свят, Господь Саваоф». И это показывает, что мы, подобно ангелам, сейчас здесь, на земле, воспеваем эту песню, но придет момент, будущий век, эсхатон по-гречески, да, когда по пришествии Сына Божия, когда мы уповаем на это, мы надеемся на это, да, мы войдем в Царствие Небесное и будем, как ангелы, воспевать эту ангельскую хвалу уже лицезрея ангельский хор. Но как бы вместе с ангелами уже здесь, на земле, мы поем эту ангельскую песнь, которую, согласно видению пророка Исаии, воспевали ангелы перед престолом Божиим. Далее евхаристическая молитва содержит тему воспоминания ночи накануне страданий. И мы уже вслух слышим слова: «Примите, это есть тело мое, сесть кровь моя». По-гречески это часть евхаристической молитвы, называется анамнезис, воспоминание. И, наконец, опять же, в нашей византийской традиции это такой кульминационный момент. Это момент призывания освящающей благодати Духа Святого на дары, который по-гречески называется эпиклезис. И вот, уповая на неложность слов Спасителя, что там, где двое или трое соберутся во имя мое, там и я буду посреди них, и о чем вы не попросите у Отца моего, тот, и
опять же, опетование о том, что Дух Святой будет жить непосредственно в церкви, наставлять церкви, утешитель Дух Святой. Да? Уповая на неложность слов Спасителя, мы верим, что Господь обязательно не только слышит, но и исполняет в этот момент нашу общую просьбу, которую священник от лица всей общины озвучивает, читая эту молитву. Эти дары прилагаются Духом Святым, и они уже являются не простым хлебом и непростым вином, но становятся истинным телом и истинной кровью Христова. Они прилагаются, претворяются в тело Христова. Отец Константин, если возможно, мы здесь на еще один звоночек остановимся. Здравствуйте, Ольга, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, батюшки. У меня такой вопрос. Сегодня во время богослужения, это из Самары я звоню, к нам в храм зашел мусульманин, когда читали шести псалом, он помолился, там намаз свой совершил, и потом его, служащий храма вывел его так потихонечку. У меня такой вопрос. Вообще-то как церковь относится к тому, что в православные храмы заходят другой веры люди и совершают там именно по-своему богослужение? Вот такой у меня маленький вопрос. Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Вы знаете, то, о чем вы говорите, ситуация несколько неоднозначная, потому что, с одной стороны, мы нашу сегодняшнюю беседу начали с этой истории, да, когда послы князя Владимира, которые были язычниками тогда еще, да, они присутствовали на христианском богослужении, они видели христианское богослужение от начала и до конца, и, в общем-то, их отзыв о и впечатления те, которые они получили от присутствия на богослужении, стали решающим фактором выбора князя Владимира в пользу именно византийской, тогда церковь еще была едина, да, но именно не латинской, а византийской христианской традиции, да, в пользу восточного христианства. Мы можем, с одной стороны, когда приходят, по своему велению, да, приходят, там, заходят в наши храмы и на верцы, да, с одной стороны, мы можем вспомнить слова ученика из Евангелия от Иоанна: «Приди и вижте». Да, помните, когда Нафанаил и Андрей спорили, действительно это Мессия или нет Христос, да, что-то в начале евангельской истории, да, в конечном итоге один из них говорит: «Приди и вижте». Вот. С другой стороны, конечно, это, тем более, если это происходит во время именно богослужения, да, если это происходит во время того, когда просто храм открыт, да, и никакого богослужения. Конечно, если совершается богослужение, то чтобы иноверцы совершали хотя бы даже свои, какие-то свои там обряды, там, допустим, намаз или так далее, тем более, если это будет как-то мешать и смущать тех людей, которые присутствуют в храме, конечно, это недопустимо. Мы не можем запретить им вход, но они должны, прежде всего, вести по тем правилам, по которым принято вести себя в христианских храмах. Вот. Но в древности был другой подход, когда не только что иноверных, даже оглашенных, то есть еще не крещенных, на литургии слова или на богослужение утреннее, вечернее, да, им разрешалось присутствовать. А вот на литургии верных, когда непосредственно совершалось таинство Евхаристии, присутствовать было нельзя. Но так, опять же, по объективным причинам, сейчас это уже история, и двери наших храмов открыты для всех людей, но, конечно, те люди, которые приходят, и в принципе мы не имеем возможности определить, да, когда приходит человек, он православный, да, или какой он веры, да, если человек себя ведет в храме соответственно тем
правилам, которые полагается вести, ну, что ж, пускай находится. Угу. Возможно, что и посещение храма в конечном итоге заставит его задуматься и о своем дальнейшем личном выборе веры в пользу спасительной веры Христовой. Угу. Да, действительно. Отец Константин, вот что касается понимания богослужения, у нас с вами остается буквально 10 минут, поэтому такой практический момент. Конечно, вот, слава Богу, что такие передачи выходят в эфир, когда можно поразмышлять, и это дает возможность понять. Но вот если человек, предположим, хочет, может быть, к каким-то книгам обратиться, то с чего, может быть, стоит начать, чтобы, ну, знаете, не погрязнуть сразу в таком, в пучине толкований? Какое-то простое последование, может быть, или же есть какие-то толкования популярной литургии, к которым можно обратиться, там, святоотеческие, византийские литургии, толкования и так далее. Вот что бы вы могли посоветовать людям, которые стремятся к пониманию? Безусловно, православное богослужение без литургической катехизы или без оглашения, без комментария невозможно. Потому что, еще раз повторю, конечно, у нас оно все соткано из обрядовых действий, из песнопений, которые имеют символическое значение. Раз мы говорим о символическом значении, то необходимо толкование его. Более того, что наше богослужение совершается на церковно-славянском языке, и человек, который не знаком с церковно-славянским языком, в принципе, для любого нормального человека, это мое глубокое убеждение, что церковно-славянский язык никакой проблемы не представляет. Если у тебя есть желание понять церковную службу, надо потратить 2-3 недели, найти, сейчас тем более у нас есть замечательная возможность, которая дает нам православный интернет, найти русский перевод, найти какую-то элементарную грамматику церковно-славянского языка, потому что ничего такого архисложного здесь нет. Другое дело, что, конечно, есть еще другая объективная проблема, это недостатки переводов вот, самих текстов, то есть некоторые неадекватные выражения, неадекватные, которые передают смысл, потому что изначально все же тексты, ну, конечно, кроме тех текстов, которые составлены там русским святым, изначально литургические тексты, они же приведены с греческого языка на славянский язык. Вот. Но, тем не менее, это не проблема. Здесь для понимания богослужения, конечно, нужно двигаться в двух направлениях. Первое – это некие практические руководства, которые объясняют структуру, смысл, саму вот некую матрицу организации церковной службы, логику, да, внутреннюю логику, которую, вот, уставные требования и так далее, и так далее. И другое – это уже вот такие действительно символические, аллегорические, богословские толкования, которые объясняют вот некий сокровенный, таинственный, духовный смысл совершающихся обрядов и священнодействий. Первое – это огромное, еще раз повторяю, количество различных пособий по церковному уставу, это есть и классические, допустим, как церковный скрижаль архиепископа Вениамина, она была написана в середине 19 века, но, на мой взгляд, она, в общем-то, не потеряла свою актуальность. Вот. Есть более современные книги, наконец, можно хотя бы обратиться к сборнику, замечательному, такому фундаментальному сборнику православия митрополита Илариона Алфеева, где, так сказать, в комплексе объясняется суть православной истории, богословия жизни, богословия, в том числе уделяется некоторое время теме богослужения. Вот. Ну, здесь, как говорится, слава Богу, что нам сейчас интернет дает возможность бесплатно читать книги, и мы можем не тратить, потому что иначе, если бы мы ходили в книжные магазины, то мы могли бы оставить
огромное состояние, потому что книг очень много. Да, вот. Слава Богу, что поэтому всех призываю пользоваться. Прежде всего обратиться. Вот у нас есть замечательный петербургский проект «Азбука». Да, там есть очень много книг, пособий по церковному богослужению. А вот уже касается, что символических толкований, святоотеческих толкований, то здесь это такие уже классические примеры. Но это уже как бы некий другой этап. Надо сначала разобраться с практической стороной церковного устава. Это о церковной иерархии псевдо-Дионисия Реопагита. Это сочинение, которое было написано, появилось где-то около V века, но вот почему-то оно носит название святого, имя святого Дионисия, который был, как известно, учеником апостола Павла и епископом, впоследствии епископом в первом веке. Ну, понятно, что эта атрибуция, она не соответствует действительности, но, тем не менее, вообще вот этот корпус Реопагитикум, несмотря на откровенную неаутентичность своего заглавия, имеет огромное значение, потому что само содержание этого трактата, оно, безусловно, конечно, является шедевром. Особенно вот то, что касается церковной иерархии. Это Максим Исповедник, мистагогия, толкование божественной литургии, это таинственное символичество толкования литургии. Это толкование божественной литургии Германа, патриарха Константинопольского. Ну и, наконец, конечно же, это святой Николай Кавасила и Симеон Солунский. Но это уже несколько позднее, более позднее. Комментарии, это уже 14-15 век, но, тем не менее, они являются такими классическими святоотеческими трудами, которые относятся именно к толкованию церковной службы. Спасибо, отец Константин. И вот в последние минуты нашей программы, может быть, какое-то пожелание от вас в рамках нашей сегодняшней темы нашим телезрителям? Всех вас, дорогие телезрители, призываю не только, я думаю, что, конечно, нас в основном-то видят люди воцерковленные, верующие, или, по крайней мере, стремящиеся стать. Вот. И я думаю, что здесь не надо мне сейчас еще раз настаивать на то, что в храм ходить необходимо, и то, что причащаться необходимо, и то, что участвовать в литургии необходимо, тем более, что мы посвятили сейчас эту всю передачу. Я всех вас призываю не только ходить в храмы, но и в какое-то свое свободное время посвятить тому хотя бы полчаса, час в день, посвятить тому, чтобы разобраться и понять для себя, какой смысл имеет церковное богослужение, как оно совершается, с тем, чтобы петь Богу разумно, понимая и осознавая, что творится в храмах. Потому что у нас, к сожалению, часто бывает такая ситуация, когда человек, приходя в храм и присутствуя не только даже на всеночном дне или на суточном богослужении, а даже находясь на божественной литургии, допустим, стоит и во время Великого Хода или перед причастием читает акафист или даже правила ко причащению. Но это означает, что человек совершенно не понимает сути того, что происходит. Он во время общей молитвы, когда мы, во время которой мы действительно становимся общим, в полном смысле становимся церковью, собранием верующих людей, когда мы должны вместе возносить свой глаз, да, возлюбим друг друга, да и недомыслим исповемы. Или как возглас, которым оканчивается именно анафора. «И дашь нам едиными усты, единым сердцем славить и воспевать пречестное великолепное имя». В это время мы стоим и беседуем с Богом, молиться о чем-то совершенно другом. Да, мы стоим отрешенно. Находясь в храме, мы как будто не молимся, не присутствуем за богослужением. Наша голова забита чем-то совершенно другим. Поэтому обязательно всех вас призываю не только приходить в храм, не только молиться, но и посвятить хотя бы, стараться посвятить хотя бы некоторое свое время и разобраться каждый для себя, что, зачем и почему
совершается за церковным богослужением. Благодарю вас, отец Константин, за нашу сегодняшнюю очень содержательную беседу и за ваши пожелания. Надеюсь на будущее и плодотворные встречи. Спасибо, всего вам доброго. Спасибо. Дорогие друзья, сегодня в студии телеканала «Союз» с вами были протодиакон Константин Маркович и ведущий Михаил Проходцев. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.